Национальный казачий юбилей Шерницы – это одна из форм сохранения исторической памяти при поддержке главы администрации района, казачьего общества Тацинского, департамента по делам казачества Ростовской области Войско-Минского. Нами были организованы и проведены первые в Тацинском районе национальные игры Шерницы в рамках проведения большого спортивного проекта. Казачка с парнем черночубы, красноволосая казачка, в поле у Ростова обнимала да на ветру. Я катаман станичного казачьего общества Тацинское. Вижу нынешнюю работу нашего общества, это работа с молодежью. В частности, мы проводим беседы со школьниками, с молодежью на патриотические темы, воспитание семейных ценностей, поддержку этого, потому что не секрет, что наступают западные ценности, и дабы наши дети не приняли этого, а принимали именно православие и ценили семейные ценности, считаю, в этом направлении больше упор и наша работа. В этом должно заключаться. Еду в армию служить, защищать колхозы. Ой да, ой да, да, ой да, ой да, ой да, да, ой да. Еду в армию служить, защищать колхозы. На Прилужку, Прилужке. На Дону живут люди многих национальностей, но коренные жители – казаки. Казак – это надежная сила Родины во все времена. Смелость, отвага, выносливость, ловкость – все эти качества воспитываются у казаков с детства. Мы стараемся, чтобы наши потомки знали традиции и обычаи наших славных предков.